Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка окрестили дочь. Об этом сообщила сама Навка. Крестины состоялись в минувшее воскресенье. Годовалую Надю нарядили во все белое и передали в руки крестным. Правда, кто стал крестными родителями, пока держится в строжайшем секрете. Как известно, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова появилась на свет 21 августа 2014 года. Сразу после рождения ребенка спортсменка сообщила имя отца малышки. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!